Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем прокачку судьбы. У меня осталось две локации всего не прокачанных. Это у нас локация Rainbow Islands, Радужные острова, по-моему, если я не ошибаюсь, они так переводятся у нас на русском. И локация, вот, нет, мы прокачали. С Некросом, Silent Hills. В принципе, решил прокачать эту. Почему? Потому что есть тут химка, которая на 12-м добавляет там процентуальное увеличение урона. Тритон, которого я уже прокачал. Просто мега имбовый герой для подземок. Я уже добежал до последней 70 подземки вместе с ним. Видосы, в принципе, есть на канале. Можете посмотреть. Просто Анубиса унижает по полной. Так, ну что еще интересного? Вот он, ну не знаю, честно говоря, что могу сказать? У него добавляется 2,5 секунды. Давайте сразу же будем его качать. 2,5 секунды у него добавляется окаменение. Ну, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Давайте сразу же его качнем. Вот он у нас на максималке. Ну, тритона однозначно, если вы без доната, у вас нет Анубиса, можете качать тритона, вливать в него ресурсы, и все подземки вы просто с ним затащите, при условии, что у вас будет хорошая тыковка. Это просто на изи, можете это все посмотреть. Кого мы дальше будем качать? Давайте следующим начнем. Кимеру, где ее использовать? Она используется на архидемоне, то есть ставить ей тяжелый удар, можно поставить раскол. Ни в коем случае не ставьте, как многие делают, замедление. Замедление ей по сути не нужно, потому что оно у нее встроенное. У нее идет процентуальная добавка к ее урону плюс увеличение. Там, по-моему, сейчас гляну, что там у нее на скилле. процентов 9 героев впереди, 34% понижение идет получаемого урона. В принципе, это довольно-таки неплохо. Так, поехали. Или обратно же к ней. Видите, в некоторых локациях 6, в некоторых локациях 7 героев. В принципе, где-то сейчас 510 тысяч силы качну. Так, отлично. Есть. Следующим кого будем качать? Ну, думаю, можно малыша Ника. У малыша Ника идет прибавка в процентуальном уроне, то есть там 500 у него встает уже 600. Ничего себе, слили быстренько моих. А, ну у меня же гарнизон, думаю, что за фигня. У него идет 600% плюс увеличение шанса, увеличение крита, плюс 1 секунда. По сути, ничего не меняется, просто плюс 100% урона. Кто использует ее на битве гильдий, да, возможно, есть смысл качать, но я бы, честно говоря, не вливал особо до 11-го, хватает за голову. Я бы лучше все-таки, говорю, тритона прокачал, и если вы на архидемоне хотите больше набивать кимку с этой локации. Так. Пятьдесят один малышник. Кстати, неплохо с акцией малыши падают. Так, отлично. С этим разобрались. Поехали. Следующий у нас будет Дед Мороз. Помню, что там у деда, по-моему,
Сейчас я гляну его скилл. Ну, Деда Мороза многие уже не используют давным-давно. Есть куча более универсальных героев. Но есть бездонатные игроки, есть начальный аккаунт, это же донатные. Он вам поможет на подземках. Раньше он тащил еще и по локациях неплохо. Так, где там наш дедушка? О, блин, дедушка, это не тот дедушка. Вот он, Дед Мороз. Процентуальное увеличение и увеличение, если у него было понижение скорости атаки и скорости передвижения, то уже, как видите, плюс 60% урона и плюс 10% понижалка. В принципе, неплохо. Ну, малыш Ник по урону, конечно, 100% дает больше всего. Так, поехали. Так, малыш Ник. Дед Мороз. Снеговик сам по себе интересный, конечно, герой. Но у снеговика там, по-моему, понижение скорости атаки, если я не ошибаюсь, сейчас глянем. Снеговик не настолько востребованный. А вот Минотавр, которого я вам уже показал, конечно, на 12 скилле, это просто жесть. Плюс 8 ремка, порочный пакт. Можно смело на битве гильдии отдыхать. Так, есть. Что у нас осталось? Снеговик и Суккуб. Да? Снеговик. 300% каждых 0,5 секунд. Ближайшим врагам в 4 секунд. Также замедляет на 55%. В принципе, вроде такое себе. Сейчас посмотрим, что будет. На 12-м, конечно, любому герою плюс это то, что у него базовые статы растут. Но есть такие герои, которым 12-й скилл их делает просто имбовыми, то есть возрождает. А есть такие герои, которым, по сути, просто добавили там увеличение базовых стат, и на этом, в принципе, все закончилось. Хотелось бы, конечно, чтобы они больше возрождали старых героев, давали им какие-то дополнительные навыки, умения, там, не знаю, встроенные даже таланты давали. Было бы неплохо. Особенно для бездонатных игроков. Ну, к сожалению, у нас делают все наоборот. У нас добавляют им балансных новых героев, которых бездонат не скоро получит и тем более прокачает. Так. Поехали снеговика. Так, есть. Ну и последнее, это у нас Суккуб. Тоже один из
стареньких героев. Понижение от хила у него, если видите эффекты от хила, плюс 55%, ну и увеличение стандартного урона плюс 4%, понижение атаки тоже вырастает плюс 11%. В принципе, все, больше такого, к сожалению, ничего интересного нет. Так, идем прокачивать кубика. Ну, рогатка, в принципе, еще тоже такой интересный вариант. Там плюс 0,5 секунд тоже очень многое решают, как и у медузы, например. Против окаменения ничего нет. Поэтому в PvP локациях рогатка смотрится очень и очень круто. Вот так вот прокачали мы очередную судьбу. Все, у нас осталась одна судьба. И придется уже дальше прокачивать. Непонятно что. В общем, вот так вот. Осталось у меня только нету нового героя, его я тоже заберу. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.